Вместе с тем хочется отметить, что в год исторической памяти особо актуальна работа и в цифровом пространстве. Незадолго до проведения съезда я являлся также представителем молодежной палаты при парламентском собрании. Вот у нас был отличный проект, и он остается, «Цифровая звезда». В этом году совместно с Генеральной прокуратурой Республики Беларусь мы предлагаем инициативу по наполнению и развитию данного ресурса посредством освещения тех мест, тех населенных пунктов, где осуществлялся, по сути дела, геноцид и преступление над белорусским, да и не только, над всем многонациональным народом Советского Союза.